Открытие парка Сувилахти – событие для Суоярви. Желающих увидеть торжественную церемонию и прогуляться по парку было немало. Некоторые даже приехали из соседних деревень. После того, как вручили грамоты, произнесли благодарственные слова и разрезали ленточку, люди отправились в парк. Там их ждал каравай, а также песни и конкурсы. Первыми, кто проверил парк на прочность, стали дети. Они бегали, прыгали, играли на детской площадке и пытались выиграть все призы в конкурсах. Ребята, как вам парк? Парк супер! Парк очень крутой. Взрослые не остались в стороне. Правда, свой досуг они проводили не так активно, но новый парк оценили. Последнее время, некуда сходить, ни детей не сводить. Меня родители раньше водили туда, в парк. Все, было интересно, все красиво. А сейчас внучата уже у меня приедут, а куда сводить, некуда. Сейчас посмотрел, прекрасный парк, очень нравится. Построить парк Сувилахти городу позволила победа на всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вместе с признанием проект получил еще и дотацию – 30 миллионов рублей. В мае этого года подрядчик приступил к работе. Это место здесь исторически было связано с тем, что здесь зарождался именно город, здесь было местечко Сувилахти, и поэтому и наименование такое, и отсюда, и здесь потом расположен теперь парк. Дальнейший план у нас – усовершенствовать этот парк. В весенний период, в следующем году, будут высаживаться кустарники здесь, будут высаживаться декоративные деревья. Будем высаживать цветы, будем разбивать здесь клумбы. Сейчас парк может похвастаться арт-объектами, скамейками, детской площадкой, сценой. Привлекательное городское пространство оценили местные жители. Радость новый парк принесет и гостям. Марат Дожидаев, Сергей Беляев, Сампа ТВ 360.